Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Splinter Cell Conviction, как правильно, не знаю. Тем не менее, кто случайно попал на канал, а также подписчики, что ж, давайте продолжим. Продолжим наше расследование. Будем отыскивать дочь. Ага. Вот так. Блин. Через стекло. Ничего страшного. Кто еще? Пока. Сам отметился. Эй, дедуля, выходи, пора в дом прис... Attention all personnel. Protocol 2319 is now in effect. Site cleanup and data sterilization has begun. All personnel must reach minimum safe distance of 100 yards from the building immediately. Спокойненько. Сэм, Рид запустил протокол 2319. Беги оттуда, скорее. Warning. Protocol 2319 is now in effect. На. Будем бежать, что ж теперь? Контакт. Контакт. Warning. Неплохо. Protocol 2319 is now in effect. Чтоб меня. Опа. Черт. На. Черт. Чтоб не подглядывал. Ну куда ты? Ты видишь, я бегу. Ой-ой-ой. Надо выбегать отсюда быстрее. Давай. И вроде все неплохо. И, возможно, даже я спасся. Итак, теперь Сэм... Сэм знал обо всем. Знал, что лучший друг, которого он убил, предал его, исходя из лучших побуждений в этом. Теперь он был сам по себе. И все, что его связывало с прошлым, не стало, исключая грипп. Она позвонила, попросив об услуге. На других агентов выходить было слишком поздно, но ей было нужно выйти на Сару. По крайней мере, этого заслуживал Сэм. В то же время она была бы в Белом доме, пытаясь сделать все, что только было в ее силах. Я и согласился. Я бы ни за что не оставил Сару там, в тот момент, когда образовался кромешный ад. И я не собирался покидать ее отца. Даже после того, как он сорвался с цепи и начал выбивать ответы из людей. И тогда это был настоящий Сэм. Настоящий, когда он сердился. Когда он сердился, да, друга завалил, а он ведь хотел только лучшего мне. Ладно. Что ж, штурмуем. Ха-ха-ха. Даже не знаю, что мне там надо. Так, что у меня тут есть? Давай, вот светошумовая граната. И все же, куда все это добро едет? Один из КПП в центре. Я засек движение. Вот это Фишер. На! Прикройте, мы входим. Осколочную. У тебя нет шансов, урод. Блин, да беги ты! Перезаряжаю. Замечен Фишер, он снова действует. Подожди. Штурмуем небеса. Черт, черт, поверить не могу. Так, подожди. Ты идиот. Как мне туда забраться? Почему я не могу? Черт, только не сейчас. Ладно. Ну, нет, давайте посмотрим сейчас. За что не пойду. Черт, у меня нет на это времени. А,
Хорошая попытка, ублюдок. Но я туда не пойду. Да? Черт, черт. Но мне тебя вот так вот достать только, да, надо? Думаешь, можешь тут разгуливать? Хрен там. Хопа, на! Больше не дергайся. Скажи мне то, что мне нужно знать, и, возможно, я не сломаю тебе шею. Пошел нахрен, я тебя не боюсь, Фишер. Да. Ответ неверный. Об стол его. Об стол. Банк. А, это не стол, это холодильник. Вон там генератор Эми. Как мне его выключить? Я не знаю. И даже если бы знал, не сказал бы, козел. Еще обзывается. Господи, вот забавно. Ты понимаешь, что ты не в том положении? Скажи мне то, что мне нужно знать. И еще разок. Я больше ничего не знаю. Давай-ка вот сюда. Перестань тратить попусту мое время. Ну. О! Нормально так. Кровяка аж пошла. Если не знаешь ты, то кто тогда знает? Ученая, ее притащил Прентис, она на складе. Ее уберут, когда сработает Эми, она знает. Что знает? Блин. Да что ты говоришь? Блин, а чё так заторможено у тебя так? Так. Ну-ка, давай-ка, давай-давай-давай, беги-беги. Сейчас пополним боезапас. И, опа. Арсенал пополнен. Что у меня тут? Опа. Но ее нету. Тут вообще даже не знаю, что может быть. Стой, назад. Угу. Так, минута мы. Улучшить. Используется, используется. Это камера там. Так, купить. Так, увеличение дальности. Это мне что не надо. Ну, и по-моему, взрывная хрень. Вот. А у меня очков нету, чтобы купить. Нет, не хватает. Ладно. Ну, будем, значит, с тем, что есть. Так, ага, вот автоматы подправили хоть. Ладушки, ладушки. Где были у бабушки? Тут ничего нету такого. Бежим, бежим, бежим. Заходим. Проклятие. Там, возможно, контакт. Боже. Здесь Фишер. Мы входим. Тихо. Ну ты дебил, что ли? Ты же видишь, что я стреляю. Внимание, осколочное. Бунк. Да. Вижу, прикройте меня. Нет контакта с целью. Да. Внутри. Иди сюда. Ты за. Я засек движение. Да. Блин, не получилось по-тихому. На что вы, ребята, надеялись? У меня даже нет слов. Вы думали, я по-тихому. Ну, я тоже, конечно, первоначально. Но получилось-то вон как. Стоять. Какую-то лампа, я думал, человек там. А это лампа. Я должен был здесь, да, прыгать кого-то. Под землей там бегать. Вы на это надумали? Что я этим буду заниматься? Ошибаетесь. Опа. Полезли. Вниз, вниз, вниз. Вот сюда, найти ученого. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, тут ничего такого? Блин. Сюда, сюда.
Ага, нет. Пока ничего не работает, пока по этим трубам иду. Нет, прошу, не надо. Ты что, совсем дура, что ли? Ты правда думала, что я не замечу, как ты саботируешь систему? Прошу, я ничего не делала. Ты не делала так. Свою работу, а твоя работа — единственная причина, по которой ты еще Мне жива. Мне жаль, я не хотела. Так. Как думаешь, он пройдет здесь? Да пройдет, конечно. Это разумнее всего. Если он здесь, он хочет активировать эту здоровую штуковину. И доступ к нему проходит здесь. Так что довольно скоро мы встретимся с Фишером. Ой. Фишера переоценивают, это предсказуемо. А, хочешь сказать ему это, когда он до тебя доберется? Когда он придет сюда, будешь с ним говорить. Лично я собираюсь стрелять ему прямо в лицо. Хватит уже этой чехни с Фишером. Менее чем через час этот город вернет привлекать тьмы, и мы будем видеть. Знаешь что, Фишер? Ты опасно. Побери. Поздно. Ее уже не спасешь. Есть катание. Тихо. Лучше сдайся уже и сдохни, как твоя девчонка. Не волнуйся, главное, я тебя к ней отправлю. Пошли, живее. Вот и все. Противник рядом. Я не вижу цели. Давай, давай. Фишера. Блин. Ну-ка, дай-ка мне. Он нас нашел. Поверить не могу. На территории похоже на засаду. Так. Похоже или засада? Это разные вещи. Удерживайте позиции и следите за появлением врага. Блин. Куда? Вот наверх, вниз. Но контакты нуждают нас сделать следующий ход. Покажись, или она умрет. Прошу, я ничего не делаю. Это паршиво. Всем держать позиции. Это паршиво. Что за робот? Думаешь, от меня спрячешься, да? Давай. Держать позиции. Будем ждать. Боже. О, черт бы его побрал. Что? Не нашел? Впереди под ублюдок. Получилось. Ай-яй-яй-яй, ну-ка давай-ка посмотрим, что у тебя с патронами. Да, у меня тоже с патронами немножко проблематично. Говорим? Говори, кому говорят. Не знаю, кто вы и что вы здесь делаете, но спасибо. Они собирались. Ничего страшного. Достаточно. Сотни метров отсюда подвешен боевой Эми. Сегодня вечером он сработает. Скажи, как мне остановить его? Это невозможно. Там два генератора. Когда они включатся, ток пойдет на Эми, и он сработает. Так можно же остановить же как-то. И в чем хитрость? Если вывести из строя один генератор, второй автоматически сработает. Каждого из них достаточно, чтобы включить импульс. Значит, нужно ударить по ним одновременно. Да, иначе они сработают. У вас есть друг? По-другому никак. Ну, теории есть. Всегда найдется способ. Теперь иди. Скоро здесь будет неприятно. Скоро везде станет неприятно. Давай, беги. Так, арсенал. Нормально. Вау, теперь прокачал. Где? Так. На. Улучшить. Цена. Ну, полтинника не хватает, полтинника-то, господи. Ладно. Идем, это ли игра линейная? Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда? Куда? Опа. К тому моменту ролик. Все вокруг значительно усложнилось. Сара почему-то стала подозревать. Но мне удалось уговорить ее забраться в вертушку и подняться в воздух, чтобы встретиться с Сэмом. Хотя в тот момент было слишком много дел, чтобы все прошло гладко. И Сэм не знал, чему он противостоит. Обесточивание генераторов, питающих Эми, чтобы я смог разобраться с ними с воздуха? Это было лишь самое начало. Так.
Мне что-то тут взорвать надо, или по нему пробежать куда-то надо, или что? Или как это? Так, это первый генератор. И я вот снизу, да, получается? Пришел. Господи, тут второй. Я так понимаю, за дверью стоит. А, это я за дверью. Блин, я думал, в канализации уже. А, ну, видно, я в канализации. Это плохо. Ищите его внутри. Он заплатит. Нет никаких признаков активности Фишера. Ну, давай. Никаких следов движения. Он ушел. Не давайте ему места для на. Ковра. Ничего необычного. Надеюсь, так и будет. Ублюдок. Эй, Фишер. Замечен контакт. Он в насосе. Да подожди ты, блин. Ёж твою мать-то. Так, ладно. Да я уже понял. Все, давай. Откуда ноги растут? Звук 3. Итак. Давай, 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 давай. Нет движения. Не пропустите Фишера через дверь. Не пропустят. Сектор чист. Плохи дела. Не давайте ему места для маневра. Теперь я этим займусь. Найдем этого врага и заткнем его. Стой! Че, разберитесь с противником. Что, не получается? Давай, я отойду сюда. Так. Где у меня там? У него слишком много укрытий, слишком много мест, где можно спрятаться. Вот так. Что вы меня здесь ищете? Помер Ефим, да и хер с ним. Здесь мы будем держаться. Объект замечен. Давай. Осколочность. Здесь Фишер. Блин. Блин, вот вы падла-то. А у меня, по ходу дела, здесь один выход-то вот из этой канали. Уа! А я не помер. Не пройдет. Давай. Цель на платформе. Фишера нет. Мы его окружим. Кто там еще? Не пропустите Фишера через дверь. Следующий. Оп. В этот раз все закончится как на аэродроме. Все, всех убил. Мерси. Блин, сюда можно было стрелять. Сдавайся. Ой-ой-ой. Так, ладно. Как мне тебя вырубить? Это конец, Фишер, только не в этот раз. Так, давай-ка. Вот это.
В этот раз все закончится не так, как на аэродроме. Давай. Эй, Фишер, иди сюда. Все. Блин. Из-за тебя, падла. Ладно, идем сюда. Это, я думаю, у меня пистолет не тот. Ладно. А то вроде убойность было больше. Вик, у меня плохие новости. Ничего не меняется. Чего стряслось-то? Так. Эми подпитывают два генератора. Их нужно устранить, да, одновременно. А у меня кончился пластид. Пометь их спутниковые координаты. Посмотрим, что я смогу сделать. Не совсем. Так. Перебежим. Цель замечена. Черт побери. Враг может... Есть контакт. Кажется, я его нашел. Спокойно. Будем в гавань приготовиться. На! Попытаемся. На! Спокойно. Перезаряжаю. Блин, завалили. Ладно. Не пожалею гранаты. Посмотрим. Скольких можно там. Опа. Давай. Иди сюда. Забрал. Нет. Да, если этим не получается. Проклятие. Так. Он вообще не то. Здесь. У нас проблемы. Зачистить территорию. На. Проклятие. Господи, возможно, враг обнаружен. Это Фишер. Приготовиться, мы входим. Тихо. Куда вы входите? Вперед. Тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй. Блин. Так. Спокойно, спокойно. Отметить цель. Ну. Давай. Пора двигаться. Тут арсенала нигде нету. Не давайте ему места для маневров. Это конец. Ты сдохнешь здесь. Не пропустите его. Понял. Атакуй. Блин, подбили все-таки, ладно. Ничего страшного, ничего страшного. Сейчас мы их захреначим. Ага, с самого начала. Блин, вот это, да, страшновато. И, оп. Не так плохо. На. Так, давай ты отойдешь, и я вон туда перебегу. Черт побери. Стрельба, следуйте, цель не видна. Тихо. Еще.
Движения нет, не вижу цель. Так, ну вроде нормально. С этим справились. С этим порядок. Давай. Сейчас на автомат и будем отстреливать потихонечку. Гранату им туда кинем. Чтоб неповадно было. Как у меня чувствует. Пора двигаться. Не давайте ему места для маневров. Полный Опа. Мы двигаемся убрали. Дальше. Так. Пошли живо. С двух сторон. Это враг. Тихо. Кого вы там стреляете? Цель. Всем оказывать поддержку. Приближаемся к цели. Что бы его побрал отсюда? Атакуйте цель. Так. Вот он еще один. Не вижу противника. Вот так. Это было интересно. Конечно. Так. Хорошую засаду вы мне организовали. Да только я вам засадил, а не вы мне. Так. Что у нас здесь? Это прятаться, да, от них можно было так. Интересно, интересно. Тихо, 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 тихо. Вот, парни, все очень просто. Некоторые из вас, возможно, слышали, что Фишер где-то поблизости. Хотя я думаю, это не важно. Нам нужно сделать кое-какую работу, как только эта большая симпатия. Арсенал. Ой, какая прелесть, нет. Ваши приказы приоритетны. Все поняли? Да нет. Кстати, оружие. Но если увидите Фишера, можете спокойно всадить в него пару. Так. Теперь поторопитесь. Часы тикают, парни. Так, вооружиться. Улучшить. Блин, полтишка не хватает, я забыл уже. Так, ладно, проходим. Нам некого стесняться. Мне это нравится. Дайте им время. Значит, они мертвы? Ты выстрелы слышишь? Лично я не слышу. Что это должно означать, черт подери? Если бы наши парни все еще были там, а Фишер все еще был жив, они по ним стреляли бы, так ведь? Мило. Понятненько. Поскольку стрельбы не слышно, это значит, что Фишер всех их уже ликвидировал. Или они ликвидировали Фишера. А если они убили Фишера, почему тогда они не сообщили об этом? Черт, мы влипли. Да. Спокойненько. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-ка вот так мы сделаем. Фишер в вашем квадрате. Эй! Что? Черт! В укрытие приготовь. Тихо, отбеги! Будем приготовиться. Фишер здесь! Да ты беги. Тихо. Давай. Где вы? Так, я так понимаю, что вы туда, наверное, и не пойдете. Что я вам могу сказать? Движение. Это Фишер, вон там. Двое осталось, трое. Так-то можно было бы и Эми использовать. Арсенал, конечно.
Подзарядились. Опа. Контакт внутри. Иди сюда, ты запах. Еще? А, нет, смотрите-ка, все, все. Удерживать позиции. Мы дождемся его здесь. Я так понимаю. А иначе бы у меня метки бы были бы. Вперед. Ищите цель. Так. Нам нужно держать здесь пока. Устроить засаду и держать позиции. Сколько их там? Здесь небезопасно, повторяю, небезопасно держать позиции. Еще? Контакт. Откусил столько, что чуть не подавился. Так. Кто-то остался еще? Вроде бы нет. Ладно. Я, по крайней мере, никого не вижу. Вы меня высматривали, высматривали, так ничего и не высмотрели. Понятненько. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо наверх выходить. Тут два пути, да? Наверх-то. Или один путь. Фишер, мои наниматели слишком много времени и денег в это вложили, и я не дам тебе все разрушить. Тебе конец. Сэм, я знаю, ты занят, но послушай. Грим попросила меня забрать Сару и увести ее от опасности. Она на борту, мы прибываем. Папа, что происходит? Мистер Коста мне кое-что объяснил, но я не понимаю. Главное, держись, милая, все будет в порядке. Вот, блин, никаких эмоций нет. Прибываем через пару минут, Сэм. Но мне нужны координаты второго генератора, иначе я не смогу помочь тебе. Могу подключить тебя на волну Прентиса. Значит так, смотри. Чтоб тебя не шлепнули до моего прибытия. Мы можем дождаться его здесь. Прошу разрешения открыть огонь, сэр. Разрешаю. Вон он, поджарь его. Есть, сэр. Место возможной засады. Вперед, удерживать позицию. Тихо. Так. Давай, беги, беги. Вот так. Теперь от вертолета надо как-то. Блин. Ну давай. Граната. Проклятие. Посмотрим, как ты посмеешься, когда я надеру тебя за. Блин. Да чё ж похоруки-то такой, криворукий. Аккуратнее надо быть. Так. Прошу разрешения открыть огонь, сэр. Разрешаю. Вон он, поджарь его. Это Фишер. Есть, сэр. Блин, кто-то меня подстрелил. Ладно. Аккуратней, аккуратней, аккуратненько. Прошу разрешения открыть огонь, сэр. Разрешаю. Вон он, поджарь его. Вот и все. Есть, сэр.
Блин, ну что мне ждать теперь, когда этот вертолет гребаный там наваляется? Ладно. Прошу разрешения открыть огонь, сэр. Разрешаю. Вон он, поджарь его. Есть, сэр. Так. Блин, не подействовало, да? С этим вертолетом сейчас напарюсь нахрен. Что же делать, что же делать? Разрешение открыть огонь, сэр. Так, то, что мне первоначально посюда надо бежать. В этом сомнений нет. Блин. Еще. Кто где еще выглядывает? Давай. Опа. Сэм, как там второй генератор? Момент неподходящий, Вик. Я под обстрелом вертолета. Ты что-нибудь придумаешь, но координаты мне нужны, иначе мы в дерьме. Блин. Они ушли. Пора идти. Вперед. Ага. Стреляй осторожнее. Мало ли, еще в генератор попадем. Ой, черт. Так. Понял, сэр. Не стоит Вперед. Его задевать. Отходи. Разберемся с ним на земле. Живее. Вон он. Так, вышбан сняли. Так. Так. Пошли. Да что я тут вижу? Так. Давай. Готово. Громко и отчетливо. Ну как, Сэм, вовремя? Вовремя. Давай, крен. Вытаскивай нас отсюда. Он открыл огонь, он стреляет. Вовремя, все, нормально. Укрытие. Скоро там будет жарко. Ой-ой-ой. Сваливать надо, да, значит? Ты будешь меня вытаскивать? Вытаскивай, тащи меня.
Слон. Я все вижу. Вот так вот, значит, да? Слоняра. А говорили, слоны ушли. Сэр. Сэр. Сара. Я думала, ты умер. Мне сказали, что ты погиб. Да. Сэр, извини, но если я правильно слышу радиопереговоры Черной Стрелы, у нас нет времени. Я посажу тебя рядом с ней, но нам пора лететь немедленно. Да, сваливаем отсюда. Дочку спас. Все пристегнулись. Следующая остановка — Пенсильвания Авеню 1600. Грим там. Считали, что она умерла. С ней, она просила отыскать Сару. Затем говорила, что собирается остановить Рида. Мы ведь собираемся помочь ей, да, отец? Она заботилась обо мне, когда тебя не было. Она могла бы просто дать мне новое имя и убраться во свояси, но она так не сделала. Поэтому мы не повернемся к ней спиной. Не сейчас. Не волнуйся, дитя. Мы уже в пути. На это уйдет некоторое время. Надо лишь убедиться, что мы будем пролетать вне зоны Эми, когда задействуется импульс. Господи. А мы в зоне, да? Боже мой. А ведь все должно было пройти гладко. Как же все те люди внизу, которые не знают, что произошло? Рид, какого черта ты натворил? Ну что, я виноват, ракета, да? На подходе. Сара, держись. Мне казалось, у них нет средств ПВО в пределах Белого дома. Но кажется... Я оказался неправ. Так, и что, мне сейчас за ошибки надо расплачиваться? О, нет, смотрите-ка, живой. Живой. Ты в порядке? Да, Сара, я в порядке. Папа? Давай, папа, вставай. Ты должен встать. Ой, ни криков, ничего. Сара! Ты жив, слава богу. Я уже волноваться начала. Ух, я в порядке. Еще повезло, что Вик посадил нас живыми. Вот. О, господи. Что не так? Мне это нужно. Нужна энергия. Думаю, он нужен тебе больше, чем нам. Вы не могли бы поторопиться? Нашла в вертолете. Все остальное испортилось при аварии. Реактивные снаряды хорошо работают. Че, уже все? Обшмонали вертолет, ну господи, ну что за мрак? Тащи свой тощий зад в Белый дом. Я не оставлю здесь мою дочь, Вик. Сара, ты выберешься? Папа, все будет нормально. С ней все будет в порядке, Сэм. Здесь мой офис в 6 кварталах. Мои люди идут нам навстречу, а Грим, нужна твоя помощь сейчас. Грим подождет. Я не собираюсь рисковать Сарой. Папа, он прав. Иди и сделай то, что должен. Поверь, с нами все будет в порядке. Скоро увидимся. Обещаю. Так, ладно. В Белый дом. Мне ехать придется, значит. Покину театр. Кто-нибудь, прикройте эти выходы. Быстро. Кто-нибудь, в фойе. Он может пройти. Мы знаем, там. Что они там. Нужно подпустить их поближе. Понял? Мой выход. Давайте, ребята, смотрите оба. Я не могу связаться с теми, с кем был контакт. Повтори. Так. Вас понял. Черт побери. Возможно, я это фишка. Забрал. Будьте внимательны, ребята. На спокойно. Блин, завалили. Придется издалека их валить. Или же... Надо мне этого в рукопашку снять. Надо как-то отвлечь их, я не знаю. Ни за что. Кто-нибудь в фойе, он может пройти там. Вперед, вперед. Так. Нарушитель! Осторожно, он изобретатель. Вперед. Так. Ублюдок. Вот.
Это враг. На. Вот это я здорово его подловил. Контрабандист оружия. Что, все? Блин, что за у вас оружие? Есть какое-нибудь получше? У тебя что? Такая же хрень. Понятненько. Так, мне что, мне сюда надо? Ага, так тут еще был. Вот выход, или как он правильно назвать. Это для кого как? Кому как удобней. Ну давай посмотрим. Что это за оно? Ух ты, зомби-апокалипсис. Столько машин и ни одного человека на улице. Почему? Так. Я не понял. А, все. Мои действия закончены. Теперь типа видео такого. Опа. Стой. Сюда. Должна разбираться армия. Надо вызвать национальную. А, ну вот и люди. Чрезвычайное положение. Так что головорезы в черной броне устанавливают везде свои контрольные 30, 40, 50, пункты. 50, пошел. Господи. Это охранники из черной стрелы, частной компании. Теперь нужно с этим поработать. Столько аптечек. Удар, я уверен, что и все хорошо. Как только ругайтесь. Работает, я позвоню твоим. Не ссорьтесь. Точно узнаю, все ли в порядке. Ой, как будто друг другу еще помогают. Что за брехло? Грабь его. Он, видите, сразу полез по карманам, шарит там. Кто бы сомневался. Она была в машине. Я должен ее вытащить. Ты ничего не можешь с этим поделать. Ты мертва. Тебе нужно кое-кого убить. Нет, мне нужно выбраться. Подтверждаю. Прошу прощения, ты уже ничего не сможешь сделать. Нет, мне нужно уйти. Белый дом... Боже! Там, возможный контакт. Устроить засаду и держать позиции. Ничего, мы будем ждать здесь. Давай. О, дерьмо. Контакт внутри. Смотрите, мы входим. Вперед. Вот так. Давай. Так. Взять. Вот так вот. Теперь хоть мое оружие стало с глушителем, который прокачан. Это, блин, это грызок. А, я здесь должен был воевать такой. Вау. Или мне еще предстоит. Проклятие. Господи боже, все в цель. Приготовиться, мы входим. Пошли, живее. Можно атаковать цель. Да, почему? Я засек движение. Ой. Давай, вы туда, я сюда. Опа. Он не обязательно вас убивать, по идее. Найдите противника и ликвидируйте. Пока никаких при... Так, а я сюда потихонечку ушел, и все. Можно сказать, я вам подарок сделал большой. Жизнь подарил. Если это случится, будет проблема. Давай, арсенал. Прокачать не могу. А, подожди, что не могу-то? У меня же другое еще что-нибудь есть. Гранаты-то у меня и другие есть. Так, это что у меня? Эми граната. Так, во время строя электроприборы и оглушают противников. Улучшить, блин, тоже 250. А мне кажется, они тогда все будут по 250. Да. Ой-ой-ой-ой-ой.
Не булькай. Так, а как мне туда пробраться? Немедленно возвращайтесь домой. Ой-ой-ой. Вон там мне оттуда надо будет, походу, дело их бомбить. Ждите перед баррикадами. Всем сосредоточиться и держать позиции. Сегодня важная ночь. Проклятие. Опа. Враг может быть слишком далеко. Слушайте, Фишер наверняка ушел от них. Нужно найти его, пока он не добрался. Фишер здесь. Будем на... Будьте осторожны. Да. Я буду наблюдать отсюда. Только подожди. Где он меня? Вон она. Никаких следов. На. Чё за что? Он должен быть где-то здесь. Чё же? О, цель. Вот так. Арсенал-то где-то недалеко же был. Да подожди ты. Где-то недалеко арсенал был. Где ты? Белая карета, в стенах туалета, человек кричит. Все. Пополнили до конца. Ну, наверное, гражданские там пострадали. Ну, ничего страшного. Это же все во благо Америки, как они любят. А нет, кстати, смотрите, гражданских здесь не видно. Так что... Гражданские не пострадали. Идем, идем. Что у нас здесь? Блин, такая площадь большая здесь. Открытая местность. А зачем мне сюда? Добраться до Белого дома. Подождите, ну если я туда пойду, я хоть правильно иду? Я отдаляюсь от места. А тут конец карты, как вы видите. Вау! И это... Что за глюк-то такой? Бунг. И что это за затухание? А, ну понял. Я не понимаю, что здесь происходит. Возможно, все что угодно. Говорят, это национальная безопасность. Они будут защищать. Внимание, внимание. Правительством объявлена общегосударственная тревога. Гражданам просьба... Давай. Осторожно, ребята. Фишер может быть где угодно. Никогда со мной не связывайся. Не вижу противника. На. Фишер, контакт. Вот так. Бросаю осколочную. Фишер скрывается, пока мы его не видим. Давай. Перезаряжаюсь. Нет контакта. Повторяю, нет контакта. Ни за что. Вот, на одной линии, это вообще здорово. Ладно. Все. Добраться до Белого дома. Доберусь. В одно, блин, два слова в одно хотел связать. Так. Все, граната есть. Опа. А, вот так вот можно было крысятничать вот здесь. Понятненько. Да встань, иди гордо. С гордо поднятой головой.
Я не пойму, не дай бог, тут глюк такой будет, это пипец же. А, вот фильма началась. До этого не было фильма. Для работников Белого дома. Выпался неудачный. Черной стрелы существовал для ликвидации случайных свидетелей. А затем был еще внутренний кордон вокруг Белого дома, который заботился о том, чтобы никто не помешал Риду в его деле. В конце концов, армия спешно схватилась за оружие и начала спешно перебрасываться в районы города. После чего необходимо было многое объяснить. Решение Рида было изумительным. Если кавалерия появлялась после того, как он уберет президента, тогда Черная Стрела могла помочь обезопасить Белый дом и нашего нового президента. Если же нет, Черная Стрела становилась бы козлом отпущения, и их сопротивление давало бы ему время на завершение работы. Ну, честно сказать, не совсем понял, конечно, на завершение работы. Он, в общем, и так действует в своих интересах благодаря этой Черной Стреле. Итак, что у нас есть? Так, а что надо-то? Взорвать ворота. Ой-ой-ой. Мы вон там видели людей. Где вы? Будьте осторожны. Где-то вот здесь вот я видел. А вы уже перешли туда. Ладно. Давай сюда, сюда. Все тихо, никаких следов цели. Но подождите, сейчас я вам о себе дам знать. Если уж вы так сильно хотите. Никаких следов противника. Черт побери, туда, ни за что. Кажется, я его видел. Продолжим. Ходим в гавань, приготовиться. Нужно надрать задницу. Замечено. Блин, ну ладно, не получилось, не получилось. Правильно, два коридора, хрена ли. Хрен удержишь. Парковал полсотни галлонов огня. Проклятие. Вот он. Прочесать территорию, найти. Проклятие. Я засек движение. Не могу, ублюдок. Я продолжу наблюдение. Стой! Следуйте туда. Приготовиться, мы входим. Давай. Вперед. Контакт внутри. Так. Борьба тебя не спасет, Фишер. Уже слишком поздно. Это Фишер. Белый дом все. Да нормально, все пока что. А что ты сюда не бежишь-то? Внимание, осколочное. Твою ж мать, да почему так все происходит? Цель скрылась. Выходи, Фишер, слышишь? Так. Где ты там? Не пропустите его! Найти противника и уничтожить его. Вперед! Конечно. Давай кувырками, кувырками. Нет визуального контакта. Укажите направление. Мне нужно оставаться. А, сейчас тебе укажу направление. Я буду ждать. Зачем? Что-то есть. Начинаем поиски цели. Нет движения, будьте начеку. Вот черт. Черт, где противник? Он должен быть близко.
Мы входим. Пошли, пошли. Давай. Нет визуального контакта. Кто-нибудь знает, где он? Фишеры. Идем сразу за ним. Опа. Пошли. Нет контакта. Повторяю, нет контакта. Тихо, тихо. Я буду направлять вас отсюда. Атакуйте цель. Приближаюсь к последней позиции цели. Поддержка. Мне нужна поддержка. Поддержка в пути. Блин, сейчас еще люди придут. Ну-ка, надо выбираться отсюда. Он где-то здесь. Ой-ой-ой. Добираться до Белого дома. Есть. Куда мне? Вот так вот. Окольными путями. Вроде никого не вижу. Ну, как говорится, это дело обманчивое. Никого нету, нету, а потом... Опа-на! А вот они мы, и с фейерверками, помпарами, там, не знаю. Продолжаю наблюдение. Атакуйте врага. Цель. Иду к цели. Ложись. Нет контакта. Осколочная пропала. Нет визуального. Прикройте меня. Атакуйте. Тихо. Нет визуального контакта. Атакуй цель, я тебя прикрою. Я иду к цели. Так. Никаких визуальных данных. Еще немножко. Саду. Блин. Пока вроде нормально. Ой, не знаю, что там сдетонировало еще. Бросил-то одну гранату. Ну ладно, что-то подзорвал еще. Нашим легче. Под машиной не ползет, на машине не карабкается. Что у нас тут? Сэм, ты где? Да тут уже, где-то здесь. Занятно. Не выйдет. Рид запер ее. Я открыла для тебя дверь сада. Понял, уже иду. Ой. Нет визуального контакта с целью. Я буду наблюдать. Атакуйте цель. Я рядом с целью. Я не вижу найдите цель. Противника и ликвидируйте. Ублюдок. Бори, контакт в саду. Так. Где кто еще остался? Нет, вроде никого нету пока. Так. Патроны взял. Так, аккуратней, аккуратней. Опа. Что-то уж больно приветливо так. Президент, западное направление. Мне живые. Нельзя, да, пройти? Видели президента? Да, в зеленой комнате. Уберите его вперед. Давай. Вперед. Продолжать движение. Докладывайте, секретная служба. Мы идем в западное крыло. Мы столкнулись здесь с сопротивлением. Сам зашел. Ну давайте, ролик смотрим. То, что происходило внутри Белого дома, для людей на улицах казалось бы обычной вечеринкой. Там были люди Рида, не черной стрелы. И они зачищали периметр комнату за комнатой. Рид ликвидировал большую часть охраны третьего эшелона, а Эми позаботился бы обо всем остальном. Все, что осталось у президента, было секретной службой, но ее было недостаточно. А чего достаточно? Сэм был внутри, пытаясь пробиться по Белому дому, а люди, которых он тренировал, пытались его прикончить. Что до Грим, что ж, ей выпала нелегкая доля. Всех, всех порешили. Ну что ж, а где Грим-то?
которая с нелегкой долей. Господи, ну так-то кошмарно, конечно. Так. Ага, помощь. Кому помощь-то? Кому тут помощь-то нужна? Подожди, а стой, если я через окно здесь, нет? Нет. Так. В этом... Группа Браво, где вы... Вот черт! А должен быть как? Я должен был вот так вот сделать. А я взял и не сделал. Вот так вот вы профукали свое счастье. Подождите, а тут арсенал, может, был? Так, здесь ничего, по крайней мере, нету. А в этой открытой арсенал был? Нет, не вижу тоже арсенала, чтобы был. Так, тогда у меня остается законный вопрос. Какого? У меня так мало патронов осталось. Чего я так быстро их расхреначил? Рид бросил вице-президента Сэмпсона в бальном зале с нарядом личной охраны. Тот ждет, пока его представят стране как следующего президента. Это на моем пути в западное крыло. Загляни к нему, потом встретимся в конференц-зале. Подумаем, как нам справиться с Ридом. Убийство подтверждаю, выживших нет. Так. Тебе нужно двигаться как можно быстрее. Пока никаких при... Граната в укрытие. Враг в нашем квадрате. Ведем поиск. Прикройте, мы входим. В укрытие. Нет, конечно, не связался со мной, засранец. Посмотрим, как ты посмеешься, когда я надеру тебе за... Противник рядом. А куда мне бежать еще? Контакт с столовой. Еще чуть-чуть. Прикрой меня, пока я перезаряжаюсь. Можно атаковать цель. Мы за... Чтоб меня. Чтоб тебя. Мы здесь. Где контакт? Вперед, ищите цель. Вот сейчас-то да. Чуть-чуть сикаю. Стоять, активность на территории. Похоже на засаду. Вон они. Блин. Удерживайте позиции и следите за появлением врага. Так. В укрытие. Бежать по... Побежать он хотел. Это было интересно. Так, у меня что остается? Так, Эйн и граната. Нет. У меня еще вот одна. Блин. Так, а что, звука нету, да? В тени тоже звука нет. Или что, я настолько... Где мне взять гранат? Ой, гранат. Патронов. Вы все с каким-то говняным оружием бегаете. Никто обо мне не думает. Бедненькие, бедненькие. Ну и дальше по списку. Так. Еще и закрыли. Ну и ладно. Нет. Это что такое? Люстры. Вот такие же люстры получаются. На что это похоже, быть легендой? Так.
Черт, о чем только думал Рид? Какого черта случится с его драгоценными планами, если меня заденет шальная пуля? Господин вице-президент, уверяю вас, что все под контролем. Здесь вы в полной безопасности. Да, конечно. Надо мне яйца морочить. Рид, по ходу дела, все додумывает. Я правильно понял? Сэр, директор Рид только что звонил. Он практически нейтрализовал президента. Все идет по графику. Вот значит как. Это же вы его побрал. Пишем. Да! Граната, уходим. Нет, как... Ай! Вот черт. Не смей ко мне прикасаться. Так. Мигит до меня защитит. Ну, вроде бы всех завалил. Фишер, да я таких, как ты, вообще от дерьма не отличаю. Так. Сколько всего перебито, убито. Ну, давай, вот я тебя... Не стал бежать. У меня сдохнешь, но... понятно? Сдохнешь. Не смей, зараза, и пальцем меня коснуться. Ты знаешь, что я такой? Так, а что мне надо сделать? А, нейтрализовать. На. Ничего не понял, да? Меня не достать. У меня защита. Тефлоновый слой. Что бы ты там себе не надумал, мистер... Давай, обтумбу его. Мистер отработанный шпион. Можем сразу забыть об этом прямо сейчас. Потому что у меня броня. Офигенная броня, тебе ясно? Хрена чего. Бей. Вот как. О, прекрасно, здорово. В меня. Естественно. Знаешь, что-то броня у тебя не очень. Сукин сын. А, боже, как больно. Ладно. Ва. А нельзя так? Нельзя же это. Схватить заключенного выше. Он падает. Большой побери. Это Фишер. Тревога. Боже. Внимание, осколочный. Приготовиться, мы входим. Враг обнаружен. Вперед. Так. Нет контакта. Повторяю, нет контакта. Бросаю осколочную. Нет признаков врага. Давай. Цель пропала. Нет визуального. Запрашиваю поддержку в мой квадрат. Контакт все еще приближается. Продолжайте поиски. Ну тихо вы. Кто-нибудь видит цель? Берегись, граната! Господи боже! Это история. Ложись! Я рядом с местом. Черт, где я его побрал. Кажется, я его нашел. Проверить позицию. Вот и все. Жалею, что связался со мной, засранец. Вот так вот. Нормально? Нормально. Столько, что чуть не подавился. Давайте посмотрим, что у вас. Лошары, вы меня так-то видеть должны были. Ладно. Дым, никаких социальных данных. Нет, Фишера нет. Дымовая граната. Я не вижу цель. Ну давайте, где вы? Перезаряжаю. Движения нет, не вижу цель. Понял? No! Это враг. Конечно. А вы думали кто? Можно атаковать цель. Вижу его, прикройте меня. Так. Нет контакта. Одну пулю за, другой в тебя всаживаю. Какая наглость. Давай. Что вы мне принесли? С каким оружием пришли? Подарочки несите мне.
Да. Ни хрена, короче, от вас не дождаться. К тому времени, как она вышла на Сэма, люди Рида стали выбивать дверь овального офиса. Она была внутри и могла лицезреть лишь то, что охрана президента рассыпалась по частям. По плану, Сэм должен был встретиться с Грим в конференц-зале, где бы они решили, какого черта делать дальше. Конечно же, у Грим уже был план, тот, который она и не хотела открывать Сэму, однако это бы его не удивило. Некоторые вещи и некоторые люди ничуть не меняются. Лошары, короче. Тут уж ничего не поделаешь. Да. Только не говори, что ты это предала меня. Ты предаешь всех. Абсолютно всех. Расплата. Дерьмо. Вот черт. Враг рядом. Блин. Маленько не так. Маленечко не так. Ладно. Так. Внимание, осколочная. Ах, вот как. Движения нет, не вижу цель. Посмотрим, как ты посмеешься, когда я надерусь. Оп. Это враг. Отдай цель, я тебя прикрою. Вхожу внутрь. Я засек дверь. Спокойно. Можно атаковать. Разберитесь. Как только он высунется, да, мы его увидим. Есть контакт с целью. Где ты? Да. Все? Там кто-то есть? Да нет. Вот я сейчас вообще не за этим. Мне автомат надо. Вот так. Оп. Оп. Идем. Смотрим. Арсенал. Назад. А, пожалуйста, помогите. Как я тебе могу помочь? Что-то тут не так. Блин! Сначала турель. Как эту турель преодолевать?
Давай. Так. Опа. Так, мне что надо? Эми граната. Да тихо ты. Все, что ли? Блин, а до этого так. Ты приплыл, Фишер. Ты приплыл. Сейчас я приплыву, подожди. Будет не больно. Как тебе это, Фишер? Так. Ничего не остановить. Ничего не вижу. Тебе тут не пробраться. Ладно. А здесь? Нет, Фишер. А, мне все-таки, смотрите, как я правильно шел. И он думает, что мне там не пробраться. Ты приплыл, Фишер. Стой смирно, будет не больно. Как тебе это, Фишер? Вот так. Так что ты заблуждаешься, молодой чемодан. Время на исходе, Сэм. Ты где? Да я здесь. Я близко. Давай еще ближе. Рид уже стучится в двери овального кабинета. О, блин. Бегу как могу. Ты же не думаешь, что я тут расстановку знаю? Куда, чего, где, как? Не каждый день по Белому дому бегаю-то. Тем более в войнушку играю. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин. Неудивительно, что вас перебили, потому что хрен убежишь куда, хрен добежишь куда. Давай. Это фильм уже? Сам фильм. Хоть этого и мало, прости меня, Сэм, за все. Я думал, мы спешим. Ты прав. Нужно подвести тебя поближе к Риду, да так, чтобы он не успел всадить в президента основной и контрольный. Идеи есть? Только одна. Но будет больно. Делай свое дело. А, вот она. Делаю, Сэм. Всегда. Вот сейчас она меня и захреначит. Том, Фишер у меня. Я веду его. Не принимай никаких крайних мер до моего прихода. Прости, Сэм. Мы идем в овальный кабинет. Нужно одеться соответственно. Руки. Пипец. А если там что-то серьезное повредило? Тебе удобно? Ах, очень черт. Даже. Ладно, вставай. Тебе назначена встреча с президентом. Ну, бронежилет не сняла, по крайней мере. Ладно, хоть на этом. Интересно, а вот там пуля застряла. Сейчас там руку. Крутить, вертеть будет, это же пипец, столько боль. А, я должен идти, да? Все эти годы ты лгала мне. Ради высшего блага, Сэм. Это было ради всеобщего блага, Сэм. И без колебаний сорву еще раз по тем же причинам. Похоже, я плохо тебя знал. Ни хрена там скороговорка у него. И сейчас не знаешь. А, ну вот, это, видимо, да, это уже было. Этот небольшой эпизодик-то. Сейчас где меня бить еще будут, а? А я все думал, когда же вы придете? Молодец, Анна. А он, наверное, раскусил. Отомстила ему за выходку на аэродроме.
О, в бою он не так уж неуязвим. Ну, конечно. И вот он здесь, великий Сэм Фишер, как раз вовремя. Каково это, Сэм, чувствовать, что попадешь в историю, как убийца президента Колдуэлл? Так. Это даже не президент, это какая-то баба. Пошел ты, Рид. Разумеется, мы слегка опоздаем с ее спасением и всадим в тебя несколько пуль при попытке к бегству. И вы вправду уверены, что это сработает? Запись камеры наблюдения. Камеры, они наши. Средства безопасности. Мы гарантированно поджарили их импульсом. Мы третий эшелон, госпожа президент. Нам принадлежит каждая кроха информации, проходящая через город, и при желании я смогу доказать, что вас прикончили двое клоунов и кокер-спаниель. Так что молчите и проживете на пару секунд дольше. Иди, умывайся. Это не третий эшелон. Это не третий эшелон Ламберта. Насколько помню, он мертв. И, между прочим, третий эшелон едва не умер вместе с ним. Давай. Да, что снова? Видишь ли? Президент решила, что наше агентство не оправдывает своего финансирования. Она собиралась прикрыть его, оставить Америку без защиты от тех нападений, с которыми ты боролся много лет, Сэм. Итак, это не... схватить. У вас было много шансов высказаться, мэм. Мегидо хотели быть в игре, а вы нет. Теперь пеняйте на себя. Ой-ой-ой-ой. И да, все настолько просто. Политика Колдуэлл не совпадала с политикой Мегидо, и Колдуэлл следовало убрать. Поэтому вы решили запустить Эми, устроить бойню в городе и убить президента. Ну да, это было трудное решение, но верное. Сигнал к пробуждению для всей страны, доказательство того, что такое может случиться когда угодно и с кем угодно. Что за реплика? Деятельность нужна всегда. Перед человеком, которого ты считаешь трупом. Необходим третий эшелон. На! Госпожа Хоп. Президент, вы в порядке? Спасибо, все хорошо. Эй, хоп. Госпожа президент. Примерно через две минуты армия вернет контроль над Белым домом. Проведем их... Смылся слон. Как да. С тобой связались с Мегидо? Ты не хочешь знать о Мегидо? Ты хочешь узнать о своей дочери? Конечно. Не смей говорить мне о моей дочери. Ты так и не понял, да? Сара здесь ни при чем. Угроза для нее была нужна лишь за тем, чтобы добраться до тебя, а манипулировать тобой лишь за тем, чтобы добраться до третьего эшелона. А это лишь для того, чтобы получить все необходимое от Белого дома. Это тебя они заслали. Это о тебе волновался Ламберт. Отлично, Сэм. Понял, наконец. Давай еще раз. Мне 3 лет жизни, сукин ты сын. 3 года я думал, что моя дочь мертва. Конечно, стрельну. Вперед, вперед! Бросить оружие сейчас же. Капитан, спасибо, что спасли меня. Я никого здесь не вижу, кроме нас. Уверена, вы тоже не видите. Ну ни хрена себе. Нет, мэм. Давайте выведем вас отсюда. Спасибо. Все офисы проверены. Президент под нашей защитой, в целости и безопасности. Какой понятливый, господи! Так. Ну, каково тебе? Это тебе за дочку. А ты как хотел? Еще легко делался, кстати. Я успел переговорить с Сэмом. Он рассказал мне, что хочет проводить побольше времени вместе с Сарой. Говорил о том, кто на самом деле является самым важным для тебя. И для чего необходимо было помогать этим людям. Говорил о семье. Ну? И знаешь, каковыми были его последние слова перед тем, как он оборвал связь? Вик, сказал он, спасибо за все. Я люблю тебя как своего брата. Брата. А ведь это семья, верно? Брат, он не пришел за ним, за семьей. Да. Думаю, что там. Ну вот, по крайней мере, концовочка, да, вышла действительно хорошей. Ну что ж, на этом все. Вот еще одна игра была пройдена, да. Так вот быстро, напролом.
пробежали. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Да, ну и как видно, от дизлайков тоже не уйти. Ну и это нас не пугает и не остановит. Что ж, следующая игра, да, ее надо будет сделать светлой, потому что, скорее всего, там будет немножко затемнено. Ну что ж, пока!